Всем привет! 7 мая 2021 года. Давайте пройдемся по детскому парку. Погода неплохая, не жарко, ветра нет особо. Люди гуляют, отдыхают. Почтовый переулок. Река Орлик. Богоявленский собор. Карусельки работают. Фонтан в таком легком режиме. Мы там еще пройдемся. Сухой фонтан. Нравится мне эта дорожка. Она такая мягкая, по ней ходить приятно. Покрытие такое. Мягче, чем плитка. Парк у нас, конечно, чудесный. Столько всяких забав придумано для детей. Детский парк. Классное местечко. Я даже не знаю, в Орле такого места, где по концентрации детских вот этих аттракциончиков, тренажерчиков больше, чем здесь. Ну, такие ролики пошли домой. Ну, классный парк получился. О, фонтан Кони тоже работает. Сейчас подойдем, посмотрим и его. Тут и взрослые, и дети. Ого. Здравствуйте. Здравствуйте. Теперь вы здесь, да, выставляетесь? Ну, да, когда хорошая погода. Ну классно. Собачка вам не мешает? Нет. Ну, не знаю, или вы. Вы из этого, из Сабурова, да? Да. Живете там, да? Живу я в Орле. А, в Орле? Работаю в Сабурове. Сейчас там организуется центр. Кружки там. В том числе, наверное, уже тут. Это чистое олово, да? Олово. Тяжеленький такой танк. Ну, витое олово, какой-никакой металл. Ну как, металл. Да. Раньше, по-моему, даже посуда была из олова там. Посуда, да. Из районной лужки отлили 20 районов Свободского. Нам не хватит. Ага. Тандерсон, да, помню. Классно. У вас ВКонтакте можно, да, как-то найти, там, заказать? Да, надо было книжки прихватить. У меня там есть почта. Но я не часто в нее заглядываю. Ага. Некуда, но иногда заглядываю. ВКонтакте можно вас найти как? Да нет, так старорежимный. У меня телефончик есть, например, если что, связаться. Вот. Угу. Договориться. Ну скажите телефон, напомните свой. 8 920 809 812.
512-3, да? 512-3. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Очень красиво делаете, спасибо. Здорово смотрится. Да. Такие вот статуэточки маленькие. Класс, спасибо. Угу. Ладно, с наступающим вас, праздником Победы. До свидания. Ой, забыл, а как вас зовут? Андрей. Андрей, фамилия? Левин. Андрей Левин, все, спасибо, здоровья вам. Вот такой замечательный мастер. Занимается изготовлением солдатиков, оловянных, макетов техники военной. Андрей Левин. Ну, я уже, в принципе, снимал его. Знаете, когда вот зимой были такие городок мастеров на Ленинской, и вот там я тоже его конные, вот эти вот солдатиков конных, помню, там и Кутузов там был. Ну, интересно, посмотрите, это в начале года я делал пару роликов про него и его солдатиков. Ну а так, в принципе, телефон он сказал, если что, звоните, заказывайте. А, вот, да, по стрелочке еще немножко пройдемся по этому месту. Парк парком, но раз уж мы тут, почему бы не заснять. Там у кого-то фотосессия. Молодые, наверное. Не знаю. Так. Монумент в честь основания. В честь 400-летия основания Орла. Монумент 1966 года. Да. В 1966 году он поставлен. Стелла это. 400 лет Орла. Основание. Река Орлик это. Река Ока. Красный мост немножко виден. Набережная Дубровинского. Центр. Всем известное. Замечательное, очень красивое место орловское. Смотровая площадка на слияние Оки и Орлика. Я этот фонтан советских времен помню. Он, конечно, замечательный. Хорошо, что он сохранился. Хотя бы вот в таком обновленном виде. Как и фонтан в парке центральном тоже. Здорово. Все это классно. Да он вообще-то даже и лучше стал. С таким вот водопадиком. Супер. Горка тоже детская. Так, а здесь склон обновляется. Что-то тут делают. Выкорчевали, вижу. А, посадили, не выкорчивали. Смотрю, лунки такие. Это саженцы, наверное, что-то посадили. Весь склон в лунках. Что-то будет тут расти. Парк классный, что говорить. Есть где погулять и взрослым, и детям. И собачки тут тоже. Наблюдают.
Сейчас мы посетим музыкальную часть фонтана. Слышите, кто-то стучит в металлофон. Вижу, еще сахарную вату делают. Ну, какой шар из ваты накрутили. Классный шар. И пошли девушки есть эту вату сладкую. О, когда же. Это телескоп, да? Или калейдоскоп? Что это такое? Калейдоскоп какой-то, не знаю. Игрушка какая-то. Да, есть где детям разгуляться. Давайте тоже подойдем какой-нибудь, изобразим ноту. Прикольно. Тоже здорово. Что-то строится. Ну, это кафешка, может быть, не знаю. Паровозики, автомобильчики. Такая прогулочка у нас получилась. Вот еще до фонтана дойдем, до того так называемого сухого фонтана. Сухой фонтан, источник радости. Ветер сносит брызги. Такой антистрессовый фонтанчик. Ну, в общем, такой вот легкий обзор детского парка. Спасибо вам за просмотры. С вами был Дмитрий из Орла. Лучше, конечно, вам самим все это посмотреть.
А если у вас есть дети, то, конечно, и поиграть им тут классно было бы. Приходите. Весенне-летний сезон детского парка только начинается. Впереди нас ждет много веселья и приятных, теплых летних дней в детском парке города Орла.